Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Малавита». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Три дня на убийство». В секретной лаборатории ученые разработали препарат, который позволяет человеку справиться с любой неизлечимой болезнью. Руководство спецслужб предлагает принять это лекарство экс-агенту спецслужб Итану Раннеру, которому врачи объявили смертельный диагноз. Но он должен выполнить еще одно задание, которое, впрочем, может стоить ему жизни. Мы – миллеры. Дэвид Берг – мелкий торговец наркотиками. Среди его клиентов – повара и скучающие домохозяйки. Детям он наркотики не продает, и поэтому считает себя принципиальным человеком. Дэвид действительно хорошо относится к детям, но это не остается безнаказанным. Он пытается помочь подросткам, попавшим в беду, и на него нападают хулиганы-панки. Они отбирают у него наркотики и деньги, и наш герой оказывается в отчаянном положении, ведь ему нечем расплатиться с его поставщиком Брэдом. Единственный выход – подрядиться на доставку крупной партии наркотиков через границу. Семья Джонсонов. Образцово-показательная во всех отношениях семья Джонсонов поселяется в маленьком городке и сразу становится кумирами и любимчиками всех его жителей. Но на самом деле Джонсоны не супруги, и их дети не настоящие. Они не шпионы и не инопланетяне. Все они просто сотрудники маркетинговой компании, нанятые и засланные в городок, чтобы рекламировать нестандартными методами идеальный образ жизни, а заодно миллион товаров. Лечь на дно в Брюгге. После того, как наемные убийцы Рэй и Кен запороли в Лондоне важное задание, их злобный шеф Гарри приказывает им отправиться в Брюгге и не высовываться. Оказавшись в старинном бельгийском городке, Рэй от нечего делать флиртует с местной красоткой, пока Кен наслаждается жизнью и неожиданным отпуском. Кажется, ничто не предвещает беду в спокойном городе. Клан Сопрано. Повседневная жизнь современного крестного отца. Его мысли стремительны, действия решительны, а юмор черен. Мафиозный босс Северного Джерси Тони Сопрано успешно справляется с проблемами семьи, но вот собственная семья немного подкачала. Дети от рук отбились, брак под угрозой, мамаша пилит. Он надеется на помощь психиатра, но как ему рассказать обо всех своих проблемах, если связан омертой, обедом молчания, нарушать который нельзя под страхом смерти? Славные парни. Генри Хилл – начинающий гангстер, занимающийся грабежами вместе с Джимми Конвоем и Томми Девито, которые с легкостью убивают любого, кто встанет у них на пути восхождения к вершинам мафии. Приходит время, когда Генри, сам пострадавший от своих напарников, должен приложить руку к началу конца Джимми и Томми. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!